Махатма Ганди, индийский политический и общественный деятель, один из руководителей и идеологов движения за независимость Индии от Великобритании. На обещания любого человека можно положиться во многих вопросах, за исключением денежных. Истинная красота заключается все-таки в чистоте сердца. Обманщик в конечном счете обманывает самого себя. Возможное для одного, возможно для всех. Победа, достигнутая насилием, равносильна поражению, ибо краткосрочна. Духовные отношения гораздо ценнее физических. Физические отношения без духовных то же, что тело без души. Цель жизни заключается в том, чтобы правильно жить, правильно мыслить и правильно действовать. Однажды начатое нельзя бросать, если только оно не оказалось морально нездоровым. Если ты столкнулся с противником, победи его любовью. Человек – это продукт своих собственных мыслей. О чем он думает, тем он и становится. Человеку никогда не докричаться туда, куда доносится тихий, негромкий голос совести. Любовь никогда не требует, она всегда дает. Любовь всегда страдает, никогда не выражает протеста, никогда не мстит за себя. Грамм собственного опыта стоит дороже тонны чужих наставлений. Счастье – это когда ваши действия согласуются с вашими словами. Сила в отсутствии страха, а не в количестве мускулов на нашем теле. Мир достаточно велик, чтобы удовлетворить нужды любого человека, но слишком мал, чтобы удовлетворить людскую жадность. Умение прощать – свойство сильных. Слабые не прощают. Найди цель, ресурсы найдутся. Если хочешь изменить мир, изменись сам. Сначала они тебя не замечают, потом смеются над тобой, затем борются с тобой, а потом ты побеждаешь.